Здравствуйте. Меня зовут Эрик Олегович Кузнецов. Я живу и работаю в Красноярске. Являюсь учредителем и директором строительной компании «Монолит Теплострой». С 2006 года, уже в течение 12 лет, я занимаюсь строительством загородных коттеджей. В течение прошедших лет при подготовке проектов для наших заказчиков нам неоднократно приходилось сотрудничать и с проектными организациями, и с индивидуальными проектировщиками-фрилансерами. И каждый раз это был достаточно сложный и трудоемкий процесс. В ходе подготовки проектов нам приходилось согласовывать массу вопросов, тратить очень много времени на уточнение всевозможных нюансов и деталей, зачастую не самых значимых. По роду своей деятельности мне приходится изучать очень много информации в интернете, в том числе о строительстве загородных коттеджей, о проектировании и о 3D-дизайне интерьера. В процессе такого серфинга по интернету я наткнулся на информацию о школе 3D-дизайна Skidelsky. 3D-дизайн интерьера всегда казался мне очень сложной темой, и всегда не хватало свободного времени на глубокое ее изучение. Из информации о школе 3D-дизайна Skidelsky я узнал, что очень многое в дизайне интерьера можно сделать достаточно легко и просто, не тратя массу времени на изучение сложных программ и добиваясь при этом хороших и качественных результатов. И в процессе обучения эта информация полностью подтвердилась. Первые результаты оказались вполне приличными. Я надеюсь, что дальнейшее обучение позволит мне получить еще более высокие результаты и поможет мне в дальнейшей работе. Создавая более качественные проекты коттеджей, в том числе и проекты дизайна интерьера, мы сможем предложить нашим заказчикам более высокий уровень услуг и улучшим результаты работы нашей компании. Всем, кто интересуется темой 3D-дизайна, я рекомендую обязательно пройти курс обучения в школе Skidelsky. Уверен, что вы получите массу интересных и полезных знаний. Желаю всем творческих успехов!